Всем привет! Сегодня мы начинаем свой день в Олимпийском парке, а именно в Сочи автоспорт музей. Только что мы увидели шахматы, которые были лимитированной серии выпущены, и они на самом деле являются уникальными. Черные квадратики, которые расположены на шахматной доске, они из чистого настоящего карбона, а фигуры, которые представлены опять же в этих шахматах, они уникальны и являются бывшими механизмами настоящих болидов Формулы-1. А это, казалось бы, юмористическая такая фигурка, она на самом деле несет очень серьезный смысл. В 2005 году, так сейчас скажу, какой именно мотогонщик, Лорис Каперосси, смог свой байк наклонить на 60 градусов, и это реально в поворот войти, это реально из области фантастики, и здесь на самом деле очень хорошо показано, как ему пришлось группироваться. У него в буквальном смысле шея и голова повернуты в поворот не просто как бы он в него входит, а реально влетает.
музей спортивных и классических автомобилей находится на первом этаже главной трибуны Сочинского автодрома, расположенного на территории Олимпийского парка, соответственно. В основную музейную коллекцию входят гоночные автомобили разных лет выпуска. Здесь выставлено более 70 машин. Посетители могут воочию полюбоваться шикарными Lamborghini, Ferrari, Ягуарами и Dodge Viper'ом, Chevrolet также и Линкольном. Стоимость входного билета составляет 500 рублей. Можно здесь, в принципе, закладывать минут 20 точно. В принципе, если говорить про общее впечатление, можно сказать то, что здесь однозначно понравится не только поклонникам Формулы-1. Здесь, как видите, я специально выбрал ракурс. В основном представлена классика, причем и российская тоже в том числе. В музее на самом деле душновато, не знаю почему, но у нас вообще проблема в России как бы с вентиляцией, хотя она работает, шумит, как мы слышим, но все равно дышать нечем. В принципе, есть на что посмотреть. Интересные разнообразные плакатики, кстати, тоже присутствуют. Ну и, конечно, размерность шин, колес, она поражает. Я вот пару раз показал. Это просто бомбически. Я не фанат Формулы-1, на самом деле, далеко. И в детстве засыпал под него в основном, под эти жужжалочки. Но, опять же, я, как уже сказал ранее, здесь представлены далеко не только экспонаты, связанные с этими королевскими гонками, как их называют. Сфотографироваться вы можете не только рядом с машиной, но и внутри. Я вам только что показал, ну, как бы это на усмотрение уже так, если так сказать, есть желание, но, по-моему, эффекта вау не будет никакого. Одно, если бы какая-нибудь декорация сзади стояла, что типа там вы где-то находитесь, а так в ряд просто залазите в машину, и в ряд стоят остальные машины, как они и были до этого. И вот, как вы видите, сзади меня представлены шлемы. Ну и, конечно, заинтересовал именно шлем Михаила Шумахера. Конечно, это реплика, но все же все знают, даже далекие, кто это такой. Далекие от, имею в виду, Формулы-1.